Новый дом. Улучшить снаряжение с Риксом в арсенале. Хорошо, что мы больше не сидим в темноте. Мне надо найти Рикса. И у него улучшить арсенал. Я, кажется, знаю. Я, кажется, понял, где Рикс. Нет, не здесь. Или здесь. Сейчас будем искать его, Рикса. Рад видеть новое лицо. Удачи тебе. Как знать, вдруг Лес вернется. А можно как-то на карте это пометить? Кто есть кто? Нельзя, блин. Понятно. Так, к нему я подходил, к ней я подходил. Сюда вот еще трое там. Ага, значит, надо либо выше этажом они, либо ниже. О. Что? Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейб, инженер, а ты заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. У нас тут конец света, как бы. Так что есть повод для раздражения. Ладно, глянем, что у нас тут. Пока что это все. Неси детали, и я сделаю еще. За плату. А теперь проваливай. Меня утомил твой трёп. Да-да. Огненный выстрел. Модификация используется для усиления стрелкового оружия. Установив модификатор, необходимо зарядить его, нанося урон врагам выбранным оружием. Когда индикатор заряда будет заполнен, нажмите F, чтобы активировать модификатор. Некоторые модификаторы активируются сразу, другие делают доступным дополнительный режим введения огня, позволяя производить смертоносные выстрелы. Чтобы установить модификатор, откройте рюкзак, затем выберите подходящее стрелковое оружие и нажмите X. Открываем рюкзак. Ага. Вот, на 30 секунд наделяет боеприпасной силы огня, повышая наносимый урон на 20%. Выстрел также имеет шанс 100% наложить эффект горения, нанося 100 единиц урона от огня в течение 10 секунд. Дробовик или пистолет? Что лучше? Наверное, дробаш. Все, модификацию установили. Это была Рикс. Топай. Модификацию установили, бежим обратно. Так, нет. Мы бежим, бежим, бежим. А. К Форду. К Генри Форду. Девушке Форд. Женщина. Бежим к ней. Так, это здесь я вообще появился. А вон чувачочек. А она вон там. Все, я понял. Бежим к ней. Рада, что вам удалось включить реактор. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Ах.
Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины. Полагаю, он сказал, что я вам помогу? Что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен я хочу помочь вам. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс и Маккейб внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте. Затем зайдите ко мне. Рикс и Маккейн. Я был у Рикса. Теперь, я так предполагаю, к Маккейну надо зайти. Блин, выносливость, конечно, быстро кончается. Это не сюда нам. Ступай, бродяга. Вот, наверное, к нему. Да. Привет. Спасибо за электричество. Форд рассказал о твоей помощи и приказала подготовить тебя к вылазке в город. Хм, возможно, твой клинок все-таки пригодится. Дай-ка его сюда. Улучшение оружия и брони. Рикс улучшит ваше оружие и броню, если принести ему найденные или полученные за убийство врагам материалы. По мере улучшения оружия и брони вы сможете давать отпор все более сильным противникам. $150, да? Это что так? Ага, это какие-то доллары типа. Будем считать их долларами. Железо у меня еще 6 из 4. Шанс критический урон. Давай-ка улучшим его. Молот. Кустарный молот улучшили. Все, больше ничего нельзя улучшать. Ну что ж, так лучше. Вот. В общем, возьми это. Вещь не самая прочная, но хоть какая-то защита. А, вот так. Теперь получше защищает. Хоть и мелочь, а поможет. Круто. Шлем утильщика. Если бы не Форд, мы бы давно погибли. И она помогает людям вроде тебя. Заходи, если нужно будет улучшить оружие. Теперь-то Форд пустит тебя в город. Надеюсь, тебя там не поджидают полчища коряк. Так, вернуться к командиру Форду. Все, я снаряжен, готов. Мне вот интересно, как назначить на 2, 3, 4. Цифры. Чтобы туда оружие назначить. Молот вот это. Вижу на вас новое снаряжение. Рикс и Маккейб знают свое дело. Надеюсь, это поможет вам в пути. Мы пока не можем открыть ворота, но основатель блока 13, мой дед, дал мне этот ключ. Сказал использовать ее только в крайнем случае. Что ж, этот случай настал. Учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь нам, думаю, вы подходите. Вот, возьмите карту. В главном зале внизу есть терминал. Вставьте в него карту. Если повезет, мы включим эту штуку.
О, не благодарите. Я там, кстати, уже был. Я знаю, куда идти. Такс. Ключ. Настройки надо поглядеть. Управление. Это ячейки. Приседания, оптика, смена оружия, дополнительный режим стрельбы. Все шикарно, как на молоты переключаться. А, он автоматически срабатывает в ближнем бою. Блин, круто, все. Ребята, кто не знал, короче, молот срабатывает в ближнем бою. Вот. Все, теперь все стало ясно и понятно. Так. Нам надо спуститься вниз. Вот здесь вот проход. Блин, крутой молот. Так, это не сюда нам. Нам не сюда. Вот здесь вот эту дверцу я смогу открыть. Зараза, я понял куда. Пониже, что ли, надо спуститься? Ага, вот сюда вот вставить, значит. Да нифига. Серьезно? Так, значит, я не сюда пошел, значит, возвращаемся. Слушай, там мигало вечеток на карте. Блин, надо было на карту посмотреть. Сейчас это значит не туда, значит надо было выше по... Вот, мигает. Сейчас ищем, где это мигает. И идем туда, в то направление. Не лучшее время для визита в блок 13. Она слева мигает. Сюда, что ли, надо? О! Интересное место. Было когда-то. Интересное место. Было когда-то. Вон туда, что ли, карту вставить? Во, вот сюда. Понял. Все, вставляем. Отлично.
Доступ разрешен. Загрузка Дальта. Журнал диагностики системы. Загрузка Дальта. Вау, нифига себе. Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом, но никогда сама не видела. Этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс. Прежним командиром был мой дед. Его называют основателем блока 13. Когда Корень впервые напал, он собрал людей здесь, в блоке 13. Он пытался узнать, откуда взялся Корень. Провел много времени в поисках. Однажды он не вернулся. Я так и не узнала, что с ним стало. Снаружи блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках. Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Атолла. Послушайте. Я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Но вы справились. Ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в блок 13, мы всегда будем вам рады. Теперь к этой игре может присоединиться. К этой игре можно присоединиться. Теперь любой чувак может присоединиться ко мне. Идем к камню. Блок 13. Быстрое перемещение в другую зону. Перемещение настройки мира. Выберите режим. Компания активна. Из пепла. Шторм приближается. Корень набирает силу. Найдите путь к Атоллу. И найти путь к Атоллу и уничтожить источник корня, прежде чем погибнут последние остатки человечества. Так. Перезапустить кампанию. Что это значит, интересно? Выбрать. Перемещение. Убежище основатель. Нам, наверное, сюда. Погнали. Убежище основателя обыскать. Папа, я умираю, этого не изменить. Мне всегда казалось, что меня либо убьет корень, либо я буду жить вечно, как ты. Но не всем суждено стать героями. Ты единственный в мире, кто думает, что может остановить корень. Ты ведь знаешь это. Остальные просто пытаются жить как могут. Нам с Эллен пришлось научиться жить без тебя. Я не буду снова пытаться остановить тебя. Просто не думай, что ты приносишь себя в жертву ради нас. Хватит с нас жертв. Всегда с тобой, твоя дочь Надин.
Ключ от карты от блока 13 я взял. Масляной тоник какой-то. Блин, это не тот ли ключ, где я там в первых катках, короче, спускался вниз и не мог открыть дверь. Так, а здесь что у нас? Лабиринт. Лабиринт, лабиринт. Понятно, ничего интересного. Эллен, я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя, и я прошу прощения. Мне жаль, что все так сложилось. Понимаю, слова не справятся, идеи, но я должен уйти. Прошло немало времени, прежде чем я решился на это. Я собираюсь поговорить с корневой матерью в старой циверке за туннелями метро. Она укажет мне путь из этого мира, и я исчезну навсегда. Чего еще раз? Ага, понятно. Такс. Найти вход в метро. Основатель Форда знал путь к Атоллу, однако его уже много лет никто не видел. Мне удалось найти записку, которая говорит, что Форд пошел поговорить с некой корневой матерью в старой церкви за туннелями метро. Возможно, эта мать знает, где найти основателя. Оба, вон там бродят уже чувачки. Че, мы выходим в мир? Кажется, дела плохи. Отдыхай. Лом, металлолом, цвет мед собираем, потом будем сдавать цвет мед. Туннели в метро. Здесь нет прохода. Ага, вот здесь какой-то есть пароход. Смотрим, вот. Так, какой-то красный значок где-то вон там мигает. Нам надо будет туда подойти. А здесь что-нибудь есть интересно? Ничего нету. Так, надо дробаш взять. Не, дробаш для ближнего боя. Контрольная точка. Так, что-то я не понял. Мне надо было с той стороны, что ли, подойти было? Сейчас посмотрим. А. Обойти надо, я понял. Надо как-то обойти эту контрольную точку. Так, а что у меня за бутылка там появилась? Тихо, там кто-то ходит. Нет, они далеко. Масляной тоник, да, это он. Снимает эффект заражения, повышает сопротивление гнили на 30%. Длительность 10 минут.
прикольно, это когда на меня будут нападать куча народа. Это все круто, конечно, но я что-то не понимаю. Почему горит контрольная точка? И как в нее попасть? А, скорее всего, обойти надо будет вообще прям кругаля сделать. Все, я понял. До меня наконец-таки дошло. Вот здесь вот обойдем сейчас вот это здание. Так, вон того чувачка надо бы завалить, наверное. Ё-моё, бежим! Ай-яй-яй, бежим, 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 быстрее! Один, быстрее бей, чувак, блин! Зараза! Зря я туда нарвался. Так, где я сейчас появлюсь, интересно? Здесь же и появлюсь, да? Понятно. Это я уже читал. Сейчас попробуем еще раз. Блин, ну я не думал, что тот чувак такой здоровый, крепкий. Надо было прям отбегать было. Так, что теперь? Охренеть, блин. Что, попробовать или не пробовать? Опять попробовать этого, наверное, чувака завалить, блин. За него, наверное, что-нибудь крутое отвалит. Контрольную точку. Вон там обойти, вот за этим зданием надо будет сейчас. Да сколько у вас тут, а? А его что, уже нет того этого здоровяка, блин, да? Нету. Тихо, тихо. Кто здесь? Того здоровяка уже нету, это хорошо. У меня, кстати, патрон еще заканчивается, надо на дробаш переходить. Хотя так, я забыл, что у меня рюкзак. Эликсир побега. А, таланты. Ранг таланта 10 у меня.
Патроны для пистолета подобрал. Смотри, смотри, куда они побежали. Так, я готов, где вы? Они сейчас куда-то туда побежали. А почему туда? Ага, вот они. Все, завалил. О, справился. Так, здесь все чисто вроде. А наверху что? Вон что-то лежит, кстати. Что-то зелененькое. Что это такое у нас? Настойка из красного щавеля. Вот у меня на кьют, вон справа, около оружия. Это корень, ой, это сердце дракона, что ли? Так, а что здесь? Фига здесь, всякие приколюшки. Прикольно. Что, все, наверное, здесь все, да? Да, спускаемся, ладно. Идем дальше. Здесь что-то, железо, пыль ярости. О, у меня патроны на пистолет появились. Так, фига, ты еще жив, блин, столько пуль себя выпустил. Так, вот здесь вот в здание можно зайти. Может, нам сюда? Тихо-тихо. Вот ты, зараза. Обошли. И там еще один. Так. Эх ты! На! Завалил тебя хедшотами, блин. Настойка из красного щавеля, отличненько. Его тоже завалить надо, а то, блин. Выкуси. Точно. Выкуси, закуси. Что еще тут есть у нас? Вон там что-то лежит, а вот здесь у нас нет ничего, ничего нету. О, бинты. Так, сверху звук. Сейчас где-нибудь сверху спрыгнет, наверное. Так, вот здесь что-то лежало. Кольцо матери. Снижает получаемый в дальнем бою урон на 15%. Круто. Железо. Вон еще что-то лежит. Блин, так можно бегать, артефакты всякие собирать, вообще круто. Вот наверху что-то есть, вот прям есть же. Здоровяк бы не попался бы. Лестница? Нет, была лестница. Я и говорил об этом, ё-моё. Блин.
тайничок. Все надыбали. Блин, ну игра начинает прям нравиться, прикольно, так и задумка вообще прикольная. Вон туда бежим. Так, где-то я слышал звук, где-то рядом, значит, они. А вон там что, там что-то, что-то тоже, наверное, есть интересненькое. Карта. Да, вот сейчас я вот так кругаля дойду, и здесь вот как раз подойду. Все, я понял. Блин, прикольный дробаш, блин, вообще. Крутой дробашек. Со здоровьем как-то плохо, надо подлечиться. Вот здоровье чуть-чуть восстановил, не чуть-чуть, а практически полностью. Вот пришел к контрольной точке. А вот сюда типа надо, да? Да. Оп, контрольная точка. Отлично. Перемещение. Вернуться в блок 13. Давай-ка вернемся там. Посмотрим, может, патронов что-нибудь еще можно купить. Улучшения, может, какие-нибудь можно сделать. Потом я типа туда же смогу телепортнуться, да? Сейчас проверим. Да, вот в ядро. Отлично. По поводу улучшения, это туда надо нам. Нет. Эй, мы так и не познакомились, как следует. Я Реджинальд Малоун, но можешь звать меня Реджи. Если нужно прикупить что-нибудь полезное или поправить здоровье, я тот, кто тебе нужен. Или можем обменяться историями. Только свои приготовь. Да, я люблю поболтать. Да брось, вся соль всегда в деталях, в подробностях. Наконец-то новое лицо. То тут сейчас все мрачнее тучи. Но не так-то просто держать себя в руках со всеми этими тварями вокруг. Будь добрее, когда можешь. Тогда и жить легче. Слушай, тебе ведь удалось нам помочь. Сегодня ты настоящий герой блока 13. Продолжай дарить надежду. Конечно. Торговцы всегда готовы обменять предметы на лом. Большинство из них продают самые разные расходуемые предметы, которые используются как для снятия эффектов, так и для пополнения боезапаса. Адреналин, бинты.
Бинтов купить надо. Так. Характеристики. Штуки 4, наверное, они прям помогают. Останавливает кровотечение, это хорошо. Так, вот это мне не надо. Продать. Береги себя. Эй, ты! Да, мы запустили реактор. Теперь совсем другое дело. Одна я ни за что бы не справилась. Жалко, что Леса не нашли. Видимо, мой талисман ему не помог. Его больше нет. Нужно двигаться дальше. Если вдруг найдешь что-то ценное, неси мне. Предложу хорошую цену. Железо. Дополнительные характеристики. Да не, мне не надо железо. Надо подойти мне теперь к чувачкам, которые улучшения делают, оружие там и так далее. Я только не помню, где они, вот здесь что ли? Да, точно. Что? Ну ладно. Создание. Персонажи мира игры Ремонт и также обитатели блок 13 могут создать для вас новые предметы, модификаторы, оружие, броню и многое другое. Для создания предметов нужен материал, а также некоторое количество ломов в качестве платы за услуги. Чтобы увидеть собранный материал, откройте рюкзак, затем выберите материал и нажмите И. Аура. Метка охотника отмечает для заклинателя и его союзников всех врагов в радиусе 46 секунд шанс нанести критический удар по помеченным врагам. Повышается на 15%. Понятно. Ничего интересного. У меня полно работы. Так, а у Иди этого? Уже. Что-то нужно? Конечно. Броня, покров охотника. Так, а у меня же шлем есть. Плащ у меня одет, типа. Давай купим. Пока. У меня есть одно очко таланта. Стойкость, выносливость, здоровье. Так, выносливость прокачаем.